да. Но я просто не могу налюбоваться, но это же какое-то волшебство. За что мне так с тобой повезло, а? Это мне с тобой повезло. Mm. Так, что это у нас? А, звонок из клиники, понятно. Но они все утро названивают. Ну, может, что-то важное. Ну, давай я отвечу. Лидочка, мы с тобой договорились. Твоя клиника работает как швейцарский механизм. А по выходным мы с тобой без звонков, без работы. Только ты и я. А я еще не привыкла. Это первые выходные в статусе жены. Так что можно... Ну, ты привыкай. Надо же когда-то начинать. Но мне сложно, понимаешь? Я последние 5 лет утро с такой суеты обычно начинаю. Какие-то собрания, производственные проблемы и так далее. Что? Тут вообще незнакомый номер. Да я хоть пойму, кто звонит. Но мало ли что. Алло. Алло, Лен. Лен, привет. Это Олег, муж Кати Рябовой. Ага. Мы сейчас в клинике. Катя рожает. Да ты что, ей еще 2 месяца ходить. Так, неважно. Ну, конечно, я сейчас приеду. Давай, не волнуйся раньше времени, ладно? Я так понимаю, работа застопорилась без начальства. Слушай, ну это моя хорошая знакомая. У нее преждевременные роды, надо ехать. Ясно. Я тебя отвезу. Не надо, я такси вызову. Я пока буду переодеваться, он уже приедет. Ну, прости, пожалуйста. Молодец, молодец, Катюша. Толкай, толкай, ребеночка, не бросай. Молодец, молодец. Все будет хорошо, слышишь? Не могу. Дышим, ждем схватку. Здравствуйте, Елена Владимировна. Привет. Лена! Тише, 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 тише. Молодец. Не переживай, я рядом, все под контролем. Сейчас родим здорового, крепкого человека, да? Все не знаю, хорошо. Больно. Тише, 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 все, все. Сердцебиение. Спадает до 90. После схваток восстанавливается. Так, головку показалось. Толкай, толкай, ребеночка. Умничка, умничка. Молодец, да. Умничка. Молодец. Отделяем грудь. Да. Так, оцениваем сердцебиение, дыхание. Дыхание нет, сердцебиение 100. Приступаем к реанимации. Что с моим ребенком? Катюша, Катюша, посмотри на меня. На меня смотри. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, не переживай. Олег. Что там, как сына? Не волнуйся, пожалуйста. Состояние мамочки удовлетворительное. Ребенок тяжелый, но стабильный. Врачи делают все возможное. У нас вот такие специалисты высокого уровня. Так что они оба в надежных руках. Не переживай. Он выживет. Слушай, я лично контролирую вашего малыша. Все будет хорошо. Вот, это заведующий отделением. Давайте я вас познакомлю. Фирсов Петр Николаевич, а это муж Рябовой Олег Николаевич. Чего это? Пойдемте, я все вам объясню. Ты знаешь, я сегодня ребеночка в реанимацию перевела. Смотрела на него. У меня аж прям все сжималось внутри. Такой маленький, беззащитный человечек. Так, ты нос-то раньше времени не вешай. Ладно, 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 эй. Все будет хорошо. Слушай, ты стольких детей спасла, ты людям бесплатно помогаешь. Спасибо тебе. Да было бы за что. Да я давно хотела сказать за Ромку тебе спасибо, за то, что познакомила. Я даже не знала, что так бывает, что меня можно так сильно любить. Это такое счастье. Лена Владимировна. Ой, Игорь Александрович, здрасте. Сядьте, пожалуйста, разговор есть. Так, что случилось? Я специально не стал заходить внутрь. Не хочу, чтобы нас вместе видели. Вот. А это что? Копия уведомления о грядущей проверке. Оригинал придет на днях. Так у меня недавно была проверка, и с пожарной безопасностью все замечательно. Елена Владимировна, я вас очень уважаю и благодарю вам за задачу, но мне пришел приказ.
Сверху пришло указание найти повод и закрыть клинику. Подождите, как закрыть? За что? Ну, сами понимаете. Такие указания просто так не даются. Кто-то положил глаз на ваше здание. А как это связано? Ну, собственника душит бюрократией, закрывает бизнес. Все лишь одна цель, чтобы у человека не было другого выхода, как продать здание. Подождите, ну неужели ничего нельзя сделать? Поймите меня, если я откажусь, меня уволят. Я правда очень хочу вам помочь, но не знаю как. Это все, что могу сделать. Вот список требований. Пожалуйста, постарайтесь их все соблюсти. Я поняла. Извините. Ромка, ну ты же наш юрист. Ну придумай что-нибудь. Да, тяжелый случай. Ну, насколько все плохо? Понимаешь, схема-то идеальная, не придерешься. Вначале пожарные прессуют, потом, если не получится, подключается налоговая. В центре кафе закрыли. Так юридически не придерешься, все чисто. Ну, какие-то варианты должны быть? Если поступила команда ФАС, то все. Вариант один – продавать. Что продавать? Клинику мою? Ты совсем что ли с ума сошел? Тихо, Лен, я же понимаю, ты на нервах сейчас. Ну, послушай, тебе же никто не просит продавать клинику. Тебе никто не просит отказываться от бизнеса. Надо здание продать, да и все. Где я найду новое? На отшибе? Потом я вообще не понимаю, почему я должна что-то менять. Мне нравится это здание, у меня здесь все отлажено. Люди к этому зданию привыкли. Почему я должна куда-то переезжать? Вот, люди за тобой. На крайний север поедут, ты же сама знаешь. А здание, да ну его, ну найдем тебе хорошее здание. Вообще-то все напоминает какой-то шантаж. Ты знаешь, хочется прям в полицию позвонить. Ну, звони, и что ты им скажешь? Тебя пожарные замучили? Ну, они, по меньшей мере, на того посмеются, а так... Лен, ты же сама понимаешь, что они в курсе всех этих схем. Наверняка там сами участвуют. Ну, надо что-то делать. Так, я знаю, что надо делать. Надо ехать домой, отдыхать. Вот что надо делать. Я не могу ехать домой, когда у меня было такое. Человек в состоянии стресса, он ведет себя неадекватно. Поехали домой, отдохнем и на свежую голову что-нибудь придумаем. Поехали. Хочу, правда. Прости. Вот что скажу. В моей жизни, конечно, случались безвыходные ситуации. Ну, по крайней мере, они такими мне казались на тот момент. И знаешь, к какому выводу я пришел? К какому? Неважно, что с тобой происходит. Важно, кто находится рядом с тобой в этот момент. Звучит как тост, согласись. Давай-давай. Все будет хорошо. Твоя любимая. Спасибо. Пей-пей. Прости. Слушай, странно все это. Я всегда считала,
Лену своей лучшей подругой. Потом в моей жизни появился ты. Заставил познакомить с Леной. Потом женился на ней. Я не понимаю, какие у нас с тобой отношения. У нас с тобой? У нас с тобой самые прочные и самые настоящие. Mm-hmm. А зачем тогда все это? Свадьба, игра в любовь с Леной. Да потому что так надо, потому что для нас это выгодная сделка. Ну что ты так переживаешь? Скоро все это закончится. Ну ты же знаешь. Она сказала, что любит тебя и счастлив. А я говорю тебе, что кроме тебя мне больше никто не нужен. Ладно. Мне пора. Жена ждет. А вот ревность женщину не красит. Женщину красят две вещи. Улыбка и дорогие подарки. Улыбка у тебя обворожительная, а подарки нужно все время обновлять. Слушай, я же мечтала об этих сережках. Откуда ты узнал? Твое дело мечтать, мое дело исполнять твои мечты. Здорово. О. Привет. Что случилось-то? Что за срочность? Да дело одно есть. Че, почини что-то? Я бы сказал наоборот. Пошептаться надо, есть где? Ну, пойдем. Ты, Ром, не заигрался, а? Не, я тебя, конечно, поддерживаю. Я эту сезону сам ненавижу. Но одно дело – разорить, а тут убийство. Там все сложно. Бумаги, счета. Думал, с другой стороны зайти. Через пожарную, да, напугать? Ну да. Я просто думал, она продаст здание, а деньги потом… Неважно, украдут, сгорят. В конце концов, я просто с ними исчезну, и все. А она? Да она ни в какую. Не хочет продавать, и все. Бесстрашно, ничего не боится. Только не подумай, мне эти деньги, мне бабло даром не нужно. Просто… Знаешь, старик, что такое младшая сестра? Я единственный ребенок в семье. Я тебе расскажу. Я один Маринку всегда защищал. Всегда. С самого детства. В школе, потом в институте. Она всегда знала, что если ее кто-то обидит, у нее есть я. Поэтому вот просто так взять и простить Лене смерть моей сестры я не могу, понимаешь? Не могу. Что ты от меня хочешь? Нужно подстроить ее аварию. Я понимаю, я сам не хочу ее убивать. Не хочу. По-другому не получается, понимаешь? Не получается ее просто так взять и разорить. Рома, это слишком. Слишком? Слишком. Слишком. Ясно. По ее вине погибли моя родная сестра. Твоя жена и твой ребенок, и ты мне говоришь слишком? Не, старик, я вообще не понимаю, ты… Мою сестру вообще любил. Ну, просто скажи мне, я Марину не любил, да мне по барабану. Я от тебя отстану, чего я к тебе пристаю? На чью стук решил сыграть, да? Ты ни на чем не решил сыграть. Я все понимаю, ты молодец, ты… И хочешь
хочешь оглядываться назад. Ты справился со смертью жены. Ну, мне-то помоги. Я не могу видеть, как она просто так спокойно ходит, смотрит, живет, разговаривает. Не могу, понимаешь? Я в доме не появляюсь, понимаешь? Я здесь живу. Я в эту квартиру войти не могу. И мы столько лет с ней прожили. Там каждая вещь ее напоминает Марину. И каждый день во сне вижу. Каждый. Ну вот видишь. А теперь представь, что кто-то по вине Сазоновой окажется на твоем месте. Старик. Старик, я понимаю, этим Марину не вернешь. Мы же не можем допустить, чтобы кто-то еще пострадал. Я врагу не пошел. Ну так помоги мне. Я же просила, как только придет Самохина, срочно сообщить мне. Ну, значит, вы прямо сейчас переведете ее в палату люкса. А не важно, что она не платит. Человек в этом состоянии просидел 2 часа в коридоре из-за вашей нерасторопности. Вы меня услышали? Да, хорошо, спасибо вам большое за понимание. А ты чего такой счастливый-то? А есть повод, Елена Владимировна? Да есть что повод. Ты? Да. Я нашел человека, который может решить все твои проблемы. Серьезно? И что за человек? Почему так? Меня познакомили с одним генералом, всемогущий. Человек занятой. Но я договорился о встрече. Где? Когда? Вот, это самое интересное. Мне сказали, что он за хорошую охоту душу продаст. А я все подготовил. Я нашел отличную базу за городом. Природа, лес, зверья полно. Он будет счастлив. Когда мы едем? Сейчас! Прямо сейчас? Конечно. Там на базе всех разогнали, чтобы генерала не беспокоить. Надо все подготовить. А ехать черти куда? Я арендовал машину. Пройдет везде, вездеход. Потому что на нашей мы туда просто не доберемся. Сейчас едем, все приготавливаем и ждем его. Ну, хорошо. 5 минут, и я готова. Боже, какая тишина. И нет никого. Красота. Ну, кому же здесь быть-то? Здесь не живет никто, так? Угу. Отдыхать приезжает. Нравится? Очень. Ну, давай разгружаться. Угу. То генерал поедет, а мы не готовы. Да, я помогу. Я все сам. Ну, да я хотя бы дверь закрою. Вот правда говорят, самая вкусная пища, самая вот простая. Еще и на воздухе. Ну, почему ты не ешь? Не знаю, что-то аппетита нет. Не хочу. Нервничаешь. Ты не переживай. Объявится генерал. Он человек слова сказал, значит, сделает. Сейчас я его наберу. Ромка, да здесь связи нет. Не ловит. Я и забыл. Здесь же глушь. Да. Глушь ничего не ловит. Связи нет. А вдруг он дозвониться до нас не может? Мало ли чего случилось. Может, он застрял в лесу. Давай это сделаем так. Сейчас я пойдусь, гуляю, плавлю связь, может быть, поймаю и наберу его. Я с тобой. Не надо, ты сиди, отдыхай, грейся. Чай хочешь? Давай чайку, да, с удовольствием. Сейчас. Сейчас будет чай. Делается. Чай здесь замечательный. Держи. Спасибо. Ну, за исполнение всех наших пожеланий. Вкусно. Господи, что-то я
так разморила. А ты прилег, 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 прилег. Ну-ка, ну, конечно, ну-ка. Да. А если я сейчас заснул, что я ночью делать буду? Ничего, ничего. Мы сюда за этим и приехали, чтобы ты отдохнула наконец-то. Mm-hmm. Ложись вот возле каминчика. Вот так. Mm-hmm. Вот и хорошо. За час-полтора справлюсь. Главное, чтобы она не проснулась. Проспит до утра, как убитая, проверено. Ну и что собираешься делать? Тут в 5 километрах по дороге обрыв. Подпилю рулевую тягу. Там перед обрывом как раз качкарник. Чего? Ну, кочки. Нагрузка на тягу увеличится, она лопнет. Главное, заставить ее сесть за руль, чтобы она поехала в том направлении. Об этом можешь не беспокоиться. Ромка! Ром! Рома! Алло, Ром! Ром, ты где? Я пошел искать генерала! Заблудился! Ромку очень плохо слышно. В лесу разжег костер! Я не знаю, где! Ромочка, я... Забери меня! Возьми машину! Ключи в прихожей! Алло! Я шел вдоль обрыва! Слышишь?
Эй! Эй, девушка! Эй! Фу. Ну, давай. За наш успех. Ладно тебе, Серега. Я тебя, конечно, понимаю, меня самого плющит. Но мы все делаем правильно. Мы не только за себя. Мы и других людей спасаем от некомпетентного врача. Ну, вообще про нее другое говорят. Хвалит ее. Кто говорит? Кто? По мне так, знаешь, врач как сапер. Один раз ошибся, уходи. По твоей логике вообще врача не останется. Ну и хорошо. Пусть останется мало, зато лучше. Ты как считаешь, она уже? Слушай, ну, машина тяжелая. Металл хватит километров на 5. Если она сразу прыгнула за руль и поехала, то все. Знатная охота. Не каждый день с такой добычей возвращаешься. Ты чем шутки шутить, помог бы лучше. Да какие шутки? Знакомый твой? Знакомая. Знакомая. Вон там, вон, около озера познакомились. Как увидела меня, видишь, сразу в обморок упала. Мы 400 лет живем на этой земле. Из рода в род. Из поколения в поколение. Только местные жители. Мы народ своих предков. И нам чужие не нужны. А я не делю людей на своих и чужих. Я, по-твоему, ее бросить там должен был? Да ты не о себе. Ты о своей жене подумай. Вам же проходу не дадут. Это мы здесь родились. Нам здесь и помирать. Ты думаешь, такая захочет в первобытном строю жить, который ты тут охраняешь? Смешно же. Придет в себя. И отправим ее в город, когда болото замерзнут. Это сюда надо. Вот это сюда. Вот так и вяжи. Не разбираешься совсем. Мать, встречай! Боже мой! Да что это за подарок-то, а? Ну-ка, освободи кровать. Да. Кровать. Да за зверем шел. Гляжу, машина перевернута, и она не дышит. Подкинул тебе работки. Надо бы в чувство его привести и сообщить кому-нибудь. Как сообщить-то? Что, глубиной почты, что ли? Связи нет, оторваны мы от мира. Ну и... Андрюшенька, ты что, ее всю дорогу на себе нес? Да нормально. Ой, бедный. Значит так, Андрей, поди истопи баню. Сейчас мы ее прогреем хорошенько. Пускай травами продышится. А там поглядим. Да, сейчас я мигом. Андрюш, ну зря ты ее к нам привел. Ариш, Николай мне уже рассказал о чистоте нашего народа. Просто против тебя теперь вся деревня ополчится. Давай мы не будем торопить события. Ну, пусть придет в себя, а там посмотрим. Заварил. Да, все как ты просил.
все. А, вот еще. Вот, давай. Да. Правда, на Машку наша немножко похожа. Царство небесное. Да. Что-то есть. Ладно, ступай, ступай. Ступай, ступай. Так. Ну-ка. О, ты очнулась. Давай. Попей. Что? Немножко. Попей, попей. Не хочу. Нет, ты попей, тебе полегшает. Давай. Кто? Звать меня баба Нина. Я знахарка. Ну, доктор, по-вашему. А тебя-то как зовут? Я не знаю. О, Господи. На, попей. До конца надо было. Ну, хорошо. А как ты к нам в лес попала? Какой лес? Нам как? У нас один тут лес. Я была в лесу. Значит так, как зовут тебя, ты не знаешь. Как в лес попал, ты не помнишь. Ну, что-нибудь ты помнишь? Нет. Ничего. Господи. Пей, ну. Пей, вспомнишь, пей. Пришла в себя твоя находка. А как она? Слава спать уложила. Слушай, Андрюх, а при ней никаких там этих бумаг, ну там документов или еще чего не было? Вот, Марк, вот самый главный документ. Только зарядника от него у меня нет. Сейчас попробую что-нибудь придумать. Ты понимаешь, без памяти она... Насовсем или ненадолго, не знаю. Ага. Ни родных, ни близких, ничего не помнит. Откуда и зачем в лес пришла тоже. Да. Все вспомнит, если мне удастся вот этот аппарат оживить. А. В нем и фотографии, и контакты, и все воспоминания. В телефоне сейчас вся жизнь моя. Ну, дай бог. Да. Значит, опять. Тесто опять. Вот так налила, покрутила, чтобы разлилось. Угу. И опять можно на плиту. Вот так. А у тебя как? Да вроде получилось, вот даже без комочков. Тесто хорошее, правда? Угу. Вот ты улыбнулся. Когда моя дочка первый раз блины испекла, хохотал так, что вся деревня слышала. У вас дочка есть? Померла 5 лет назад. Простите. Ты знаешь, ты на нее мало похожа. Да. И я вот что думаю. А давай мы тебя Машей будем звать? Ну, ты же все равно имени своим не помнишь, а? Ну, что, давай? Так, как вам удобно. Только на ноги встала, а уже хозяйничаешь. Очень хочется быть полезной. Блины будете? Да, буду. Только со сметаной. За ней идти надо. Ну. Пойдем, пройдемся. Ну и правда, дело говорит. Сходи, помоги Арине, а я блины сама дожарю. Ну, конечно. Пойдем, пойдем. Сколько у вас жителей-то? Может, человек 100 и есть. Только я не считала. Мы ж брошены. Электричество провели, а потом все. Забыли о нас. Сняли с баланса. Школу, магазин, медпункт закрыли. Нет ни дорог, ни воды, ни газа. Сеть не ловит. Оторваны мы от внешнего мира. Молодежь старается уехать в город. А что это за поселение вообще?
Говорят, изначально бывшие каторжники селились. Лес богатый, зверья, ягод, грибов, всего достаточно. В советское время лесозаготовка должна была быть, но что-то поменялось. А до города далеко? Отрезаны мы от большой земли. Лес кругом. Там еще болото встречается, дорог-то нет. Если идти только пешком, а сейчас еще и грязь. Ясно. Ну а как вы здесь зарабатываете? А на что нам тратить? Был магазин, да и тут закрылся. Кто будет в большой земли товары возить? Вот сами себя всем обеспечиваем. А? Нет, ну летом, правда, еще автолавка приезжает. А? Зимой иногда, но до нее еще дойти нету. Вот тут школа была. А вот там больница была. Но она уже лет 20 как не работает. А кто же вас лечит? А мы не болеем. Мы здоровьем крепки и духом не обделены. Пойдем, что покажу. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Вон, видишь лес. Затем лесом город. И идти пешком долго. Но если сейчас пойдешь, то темно дойдешь. Ты, главное, иди, никуда не сворачивай. И запомни, если ты еще раз сунешься в деревню, разговаривать с тобой будем по-другому. Ты меня поняла? Что, простите? Что-что? Не принято у нас чужим двери распахивать, своих кормить нечего. Да мужиков еще наших будешь отбивать. Да чего ты вылупилась? Иди, тебе говорю, пока светло. Ну, подожди. На вот, зверю отпугивает, пригодится. Уйди, иди! Иди! Здорово, Андрюх! Здоровее видали. Гляди, чем богат. Ну, а мне на кой? Я что тебе? Ай, болит, что ли? Ты мне что-нибудь из электроники лучше принес. Да возьми, недорого дам. За 5 литров соляра. Ух ты, шустрый какой, 5 литров. Нет. Ну, хорошо, за 3. А? Не-не-не. Где взял-то? Я взял, там уже нет. Ну, что, брать будешь? Нет. Что за народ пошел, а? Лечиться нормально не хотят. Подаваем все травы да настои. Угу. За литр. Слушай, это... Ну, правда это говорят, что ты теперь многоженец? Кто говорит? Да шучу я, шучу. Шучу, говорю. Нервные все какие. Ушла твоя городская краля. Как ушла? Куда? Шут ее знает. Вон, в город, может. Я ее на краю деревни видал. Через лес почесала. Она же леса не знает. Она же заблудится. Не берешь. Прости, вам следователя на допросе. Вот я. Да. Ну, есть новости какие-то? Говорят, что будут искать. Но у меня, честно говоря, надежд мало. Там такие места. Дикие звери, медведи, волки. Да, вот как она получилась. Я заблудился, а она бросилась меня спасать, и вот. Но я вот что подумал. Больницу нельзя бросать. Я подумал, что нужно все брать в свои руки. Нужно все брать в свои руки. В смысле? О, в смысле. Ну, юридически я муж. А если подкопаться, то и наследник тоже. Ты так говоришь, будто рад этому. Перестань. Не говори глупости. Чему рад? Конечно, не рад. Ну, разумеется, любви между нами не было, но ты знаешь, что я хотел ее смерти.
Ну, так что? Поможешь собрать коллектив? Хорошо. Спасибо. Ладно, тогда побежал. Маша! Маша! Я здесь. Маша! Маша! Я здесь. Я здесь. А ты что? Умолчишься, а? Ты как? Я говорю, просто замерзла очень. Стой, 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 стой. Стой, сейчас. Сейчас, подожди. Сейчас согреешься. Ах ты. А чего ж ты не отвечаешь, да? Я зову, зову, а если я тебя не нашел? Давай, 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 вставай. Ой, я просто замерзла очень. Давай. О. Сейчас, подожди. Пойдем. Пойдем, пойдем. А это что такое у тебя? Таринка тебя выгнала? Нет, нет. А, ну ничего, нет, я с ней поговорю. Пойдем скорее. Она не со зла, то что она просто любит тебя, ревнует. Да, я сама любит. Понимаю, что мне в город надо. Я пошла, она пойдем. Мне дорогу показала. Это ж не повод выгонять людей из дома. Нет. Пойдем, пойдем, пойдем. Заболей. Я просто заблудилась. Ага. Просто заблудилась. Понял, пойдем скорее. Ну вообще лес очень долго хранит следы. Ему просто надо уметь их читать. Что там такое? Что случилось? Аринка рожает. Наперед срок. Эх, жаль, по ютубку умерла. Хорошая баба была, сколько людей на этот свет вытащили. Теперь некому рот принимать, Андрюх. Ладно, тихо, сами справимся. Можно я с тобой пойду? Ну, только я смогу чем-то помочь. Давай. Папа. Ты на улице подожди, а ты иди сюда. Да? Давай. Давай, 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 давай. Помогать мне будешь. Это Антонина, Аринкина мать. Давай. Давай. Молодец, давай, давай, давай. Давай, Ванила, давай. Давай, давай. Слушай, воду поставь, будем обтирать сейчас будем. Надо выправить, чтобы ладненький был. У нас так повитух всегда делает. А почему он молчит? Крика нет, почему он молчит? Отойдите, отойдите. Так. Пульс низкий. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Цианоз, нужен ИВЛ. Что она такое говорит? Аптечка есть у вас? Ну, хоть какая-нибудь аптечка есть? Нет, у нас травы, ягоды, а в аптечке нету. Аптечка нужна. Ну-ка, давай, давай. Все хорошо. Ну, дыши. Он не дышит, но надо что-то делать. Ой. Семен! Семен аптечку мне предлагал. Семен! Сенька! Сенька! Ой! Семен! Аптечку давай. 10 литров. Какие 10 литров? Бегом! Маша! Открывай. Ага. Так. Боже, что? Вот эту большую. Да. Да. Ну давай, Лёха, хорошо, давай, дыши. Давай, 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 давай. Коллеги, с сегодняшнего дня руководство клиники переходит ко мне. Надеюсь, сами знаете почему. Сразу хочу обозначить новые правила. С понедельника сокращаем время приема. На каждого пациента максимум 10 минут. Все, максимум 10 минут. Роман Евгеньевич, ну это нереально. Что реально, а что нереально, покажет, как говорится, динамика. Я правильно выражаюсь?
коллеги. Далее. Отменяем все бесплатные программы. Благотворительностью мы больше не занимаемся. Наоборот, наращиваем объемы. Наращиваем объем для того, чтобы расширить клинику и тем самым увеличить ваши зарплаты, господа. И еще. Елена Владимировна совмещала должности главврача и директора. В данной ситуации считают это нецелесообразным, поэтому главврачом назначаю Фирсова Петра Николаевича. Так, что еще? Ноги околели, Ну что? Родила. Фу. Сын. Сын у нас. Я смотрю, ты не очень-то скорбишь. Ну, жизнь такая вещь. Она бывает разной. И сегодня она повернулась к нам вот таким вот своим лицом. Так. О! А почему Фирсов? Так вот ты о чем. Обиделась, что тебя не назначили? Главврач — это сложная, неблагодарная должность. Все шишки на тебя будут сыпаться. А я тебя люблю и очень не хочу тебя подставлять под этот административный пресс. В конце концов, наша с тобой задача какая? Правильно, жить и радоваться жизни. Ну зачем тебе такая ответственность? Давай, за тебя. Сейчас, секунду. Кто там? А? Да нет, никто. Да, за тебя. Разрешал. Арина, у него жар. Я же слышала, что он плакал всю ночь. А ты что, врач, что ли? Наверное, иначе я не знаю, как объяснить, откуда я в этом всем разбираюсь. Вот иди тогда в свой город, там и лечи, поняла? Ну, меня же, наверное, кто-то ищет. Вот. Тихо. Достал. Как ты и просил, всю деревню обегал. Помню же, что где-то видал. А, вон еще штуковина какая-то. Отлично, это тонометр пригодится. Так это, примировать бы не мешало. Иди уже, пока я тебя оглобли не примировал. Иди. Да ладно. Можно я его послушаю? Просто послушаю. Не смей подходить к моему ребенку. У него бабушка врач, уж точно получше некоторых. Тебе чего? Анинку позови, Таньке моей плохо. Можно я с вами пойду? Ты что, с ума зашла? Он тебя на порог не пустит. Скажи спасибо, что он еще тебя из деревни не выгнал. А вдруг что-то серьезное? Ну, если что-нибудь серьезное у нас на окраине деревни, погост есть. Я у Арины не стала спрашивать, а как малыша назвали? Улькой, в честь Аринкиного отца. Мне кажется, что у Коли, я подозреваю. Мне не нравится его состояние, его бы в больницу надо отвезти. Ну,
Как это? Скажи мне, пожалуйста. Ну, распутится, ни дороги нет. В город можно добраться, когда болото замерзнут. С ребенком не дойдешь. Отрезанным. Рассчитывай только на собственные силы. Хотя бы тонометр с собой возьмите. Пользоваться умеете? А, это... Да, не дури других. Справлюсь. Сударь. Привет, Танюш. Здрасте. Так, ну, что случилось-то? Не знаю. Проснулся, лихорадка по утру, чем. Спрашиваю, что, мол, да как? Молчит, как-то резко поплохело. Болит что-нибудь? Ой, дышать трудно. Пожалуйста, я жить хочу. Подожди, сейчас. Сейчас давление померяем. Сейчас. Господи. Опа. Так. Сейчас давление померяем. Давление низкое, а пульс. Значит так, Коль, давай неси соль и ложку. Сейчас мы будем ей давление поднимать. Тебя просто вчера после сообщения как будто подменили. Да нет, все нормально. Просто не хочу есть. Могу быть не голодным с утра. А? Как считаешь? Можно? Андрей, ребенку плохо совсем. Помощь нужна. Я не против народной медицины, правда, но... У меня ощущение, что у него врожденная пневмония. Это плохо. Арина мне даже осмотреть его толком не дает, понимаешь? Да не слушай ты Арину. Делай, что нужно. Я с ней поговорю. А это что? Взял. Обычный телефон. Я тут в деревне типа местного электрика. Чиню всякое. Ой, нет, сейчас. Вот так. Можно посмотреть? А что на него смотреть-то? Функций много, а толку никакого. Там же ни связи, ни интернета здесь нет, так что... Бесполезная игрушка. Она его тогда сама выкормит, вырастет. Да, ну что ты начинаешь-то? Ну, она врач, она понимает, что делает. Это она тебе сказала? Чего ты взял? Ну, видно. Ну, она разбирается в медицине вроде. Вообще, это она Колю спасла. Слушай, может, это твоя Маша придуривается вообще, а? Ты не думал? Может быть, она память не теряла? Может быть, она какая-нибудь беглая преступница? Ну, ты чушь-то не неси, Арина. Что за отец такой? Что ты не можешь ей объяснить, чтобы она к ребенку не подходила? Ты вообще Колю на руки брал? Вот,
Иди, успокой его, иди. Ну что, я-то? Ты, мать-то, иди, он тебя чувствует. Со мной отец вообще не нянчился. Ну, когда постарше уже стал, на рыбалку брал, на охоту. Ну, иди. Чуть. Вы меня только сразу не прогоняйте, пожалуйста. Я очень хочу помочь. Позвольте мне вашу жену осмотреть. Я очень вас прошу. Пошла, Дима, там заверстывай, а лучше сзади. Ты повитуха? Вот и занимайся малыми. А к нам не лезь, у нас свой доктор имеется. Вы не понимаете. Медицина. Выперли себя. А то у Кольки разговор короткий. Коли сказал нет, ничего не перешивешь. Слушай, а ты можешь его выманить минут на 20, но так, чтобы он из дома вышел? Только-то можно, конечно. У меня крыша как раз течет, а он в этом мостах. Только это, жидкий рубль нужен. Спирт, что ли? Смеешься. У нас в каждом доме самогон гоним. Нет, солярка. 10 литров. Давай так, ты выманиваешь, а я тебе солярку. Не обманешь? Приходи вечером, расплачусь. Смотри, если обманешь, я всей деревне скажу, что ты брехла. Да? Тебе больше никто не поверит. Дядька! Опять. Вот. И что? Как что, старичок? Дело не сделано. Тебе кто сказал? Оператор связи, что ли? Ты что, тупишь, что ли? Или ее телефон в сети? Слушай, с моей стороны все чисто. Все. Ну, с Азоном-то ушла. Послушай, там местность все-таки не безлюдная. Какие-то деревни там есть. Опять-таки охотники могли найти телефон. Ну, если они могли найти телефон, значит, с Азонова могли найти. Слушай, тебя прошу, не тупи. Вот ее координаты у меня, у оператора здесь знакомые, вот. А мне это зачем? Нам зачем? Нам. Мы с тобой по уши в это дело влезли, нам с тобой разгребать. Менты ее по полной ищут. А если раньше нас найдут? Не-е-е. Это ты влез. Ты разгребай. Я что-то не понял, Сережечка. Может быть, договорились вместить вместе? Только дело почему-то все я, да? Ну, я прошу тебя, подружми, а? Следователи копают, если они прознают, что я к этому делу причастен. Ну, ради Марины, прошу, пожалуйста. Нет. Понятно. Я так понимаю, что ты меня решил кинуть, да, старичок? Так уж я тебе скажу, если следователи действительно меня выдадут и начнут меня прессовать, я же молчать не буду. Понимаешь, о чем я говорю? А? Ты меня что, шантажируешь, что ли? Прости, нервы. Ну, пожалуйста, поезжай. Просто проверь, где телефон, и все. Нет. Понятно. Значит, ты не любил Марину. Вы ели сегодня что-нибудь? Тань, что вы ели? Таня! Коль, ты постой! Таня, а? Тань, посмотрите на меня. Я тебе работу предлагаю, Коль! Тань! Вон отсюда! Коль, подождите, пожалуйста, я вам сейчас все объясню. Ты что, не поняла? Вы видите, что она в критическом состоянии, вон, ей надо отсюда, в больницу. Вон. Да что ж ты за человек такой, а? Смотрите, да она умирает. Да хочет, вон. Ты не слышишь? Ты что? Да пошел! Ты... Ну тебе! Глупость какая, а? Маш! Маш, ну прости, я пытался его отвлечь. Он сразу что-то заподозрил, а? Слушай, скажи, пожалуйста. А куда у вас здесь все мусор выбрасывают, а? Мы не бросаем. Зачем землю просто так портить? Мы вот этот сжигаем. У каждого на участке вот такая бочка стоит. Для чего, как ты думаешь?
А это что? Откуда это здесь? Ну, я почему знаю. Отродясь, эту гадость не ел. Еще 5 литров. Ну, я на Дысь, когда аптечку пытался сплавить, Танюхе тоже заходил. Она как таблетки увидала, вцепилась, продаю все. Ну, я ее продал, нет что. Зачем ей эти таблетки? Чего не знаю, того не знаю. Уверен? Да. Слушай, может, он тебя голодный, а? Да кормила вроде недавно. Слушай, надо в город. А мне на Луну. Я серьезно. Нам нужны медикаменты для ребенка и для Тани. У нее серьезное отравление лекарствами. Промывание надо же было сделать. Промывание. Уже поздно, надо было раньше. Ну, что ж такое? Дай-ка я посмотрю. Не трогай. Арина. Просто посмотрю, дайте, пожалуйста. Вот. Температура. Баю-баю. За горой солнце село на покой. А у Коляных ворот зайки водят хоровод. Баеньки-баеньки. Не пора ли зайкам вам под осинку, коли на перинку? Нужно лекарство. Я готов пешком идти до ближайшей аптеки или больницы. Просто скажите, куда? Я тебе уже сказала, куда. Бабня, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Андрюша! Чего? У тебя машина на ходу? А, ну, подшаманить надо немножко. Можно ехать, а что? Так подшамань. Отвези ее до края болота, дальше придется лесом. Там 10 километров. Ну, далековато, конечно, но все-таки это лучше, чем отсюда пешим ходом. Согласна, да. Че, я сейчас быстро соберусь. А? Дай бог. Где Маркова? Маркова в родовой. Пройдите, пожалуйста, по коридору, там увидите дверь. Возле нее можете подождать. Куртку снимите! Елена Владимировна, Марина, как там моя жена Марина? Потеряла очень много крови. Врачи ничего не смогли сделать. Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я хочу. Я ее увидеть хочу. Это запрещено, к сожалению. Я прошу прощения. Это ж у тебя ребенок. Ребенок, он... Когда мы с тобой вернулись из леса, я напился и 2 суток проспал. И впервые за 2 года не видел Марину во сне. Старик, так может тебе надо было просто сразу выпить? Да? Дело не в этом. Мне действительно стало легче. Я почувствовал, что во мне что-то как перещелкнуло. Я понял, что теперь все будет по-другому. Старичок, я понял. Слушай, если тебе за твои услуги деньги нужны, то ты же прямо скажи, я найду предел Хазума. Ты что думаешь, я сюда пришел жену и сына торговать, что ли? Извини. Извини, извини. Извини, я просто не понял. Ты, то ты отказываешься, то сам приходишь. Ты понимаешь, я просто раньше не мог себе признаться, что мне действительно нужна месть. Чтобы почувствовать себя мужиком. А то
Так получается, я попрыгал по инстанции, ничего не добился и утерся. Так дело не пойдет. Я тебя понимаю. Я сам этого хочу. Ну тогда в деле, я тебя правильно понял? Давай свои координаты. Мужик. Настоящий мужик. Так, смотри. Лена где-то в этом районе. Ну, если она жива, ее надо найти и... Ну, устранить это недоразумение. Я тебя никуда не пущу. Нашему ребенку нужно лекарство. Таня заболела. Ты понимаешь, что Маша ради нас с собой рискует? Маша, Маша. Кем она себя возомнила? Мы раньше без нее как-то жили, лечили сами, ничего. Сюда. Дай сюда. Андрей. Зачем? Это вещь Лены. Вернее, Маша, она, оказывается, Лена. Она действительно врач, у нее клиника своя. А ты откуда знаешь? Ну вот, видео, фотографии. А. Я бы с ней пошел, но Маринка... Дай-ка мне сюда эту штуку, давай. Зачем? Мам, ей нужен телефон. Там хоть изредка, через раз, но связь бывает. А вдруг она заблудится? Ты хочешь, чтобы она сюда вернулась? Так вот не надо ей вспоминать своего имени. Ты к ней присмотрелась как следует, а? Ну, что, мам? Женился на этой, прости господи. Ты знаешь, почему она из своего села к нам сбежала? Знаю, мама, у них дом сгорел. Дом сгорел? Подожгли его. А знаешь, за что? За то, что она чужого мужика увела. Мам, не выдумывай, а. Ну, в общем, присмотрись к этой, к Машке. Машка, она и умная, и скромная, и врач. Вот, всегда домой кусок хлеба принесет. Ну, она же тебе нравится. Ну, нравится. Ну, так что дай какой-нибудь старый телефон, а это давай мне. Пускай у меня пока побудет. Все, на. Чего столпились-то? Правду говорят, что с городской сбегаешь. Чего? Городской. Твой говорит, что хомутала она тебя. Вот ты и лыжи отсюда бы навострил. Она пусть чешет, а ты останешься. Да вы чего, а? Маша ради вас старается. Через болото идет, чтобы лекарство доставить, чтобы мы здоровы были, а вы тут баррикады устраиваете. Ну-ка дайте проехать. Ой, Ариша, не расстраивайся. Пойдем. Пойдем, говорю.
Ты на Аринку внимания не обращай. Она девка хорошая, чудит просто иногда. Ну, говорят, после родов все немножко того. Да ты знаешь, мне кажется, роды здесь ни при чем. Просто у человека такой характер. Еще раз показала мне, что я зашла на ее территорию. Да ну брось ты, какая территория. Это она не со зла. Да я знаю. Ты очень добрый. Она тебя любит, конечно, ревнует. Но ты правда очень хороший, я бы на ее месте тоже тебя ревновала. Говорит, уксусом надо обтирать. Тоже хорошо жар сбивает. Себя пусть оботрет. Больно умная. Что-то не шибко она рвется нам помогать. Только так, со стороны советы дает. У нее свои заботы. Какие? Замуж в нашей деревне выйти. Я все знаю. Видела, как она хвостом-то крутит. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас все пройдет, сейчас легче. Что-то много вы знаете-то. Если вы думаете, что я... Так голос на меня не повышай. Я про тебя все знаю. Я людей насквозь вижу. Жалеет тебя, Андрей. Ну и ладно, дело его. Я не лезу. А для себя я знаю, чей ты ребенок. Ну, а у тебя какие-нибудь воспоминания бывают или вообще ничего? Ну, бывают какие-то обрывки, но и непонятно ничего. Ну, как-то же ты вспомнил, что ты врач? А вот это само собой произошло. Чудом каким-то. Руки сами знают, что делать, термины всплывают. Ага. Ну-ка. Что ж такое? Черт. Что такое? Да чтоб тебе. Да что случилось-то? Ну чего ты молчишь? Что? Да, похоже, приехали. Ни одного населенного пункта. Ну где-то же эта трубка засветилась. Ищи. Хорошо, сейчас я посмотрю. Все, отбой. Да нет, нет, ну это все. Это не поможет. Это может так до утра копать. Ну давай хотя бы попробуем выталкивать. Давай садись в машину. В смысле?
Садись, садись в машину, это просто. Ты справишься? Может, ты лучше, а я как-нибудь там сзади. Садись, ты справишься, все получится. Давай. Так, смотри. Левую ногу вот на эту педаль. Ага. Да? Сейчас, подожди. Вот так, да. Угу. Да, выжми ее. Вот так. Так. А дальше? Правую нажимаешь, а левую плавненько, нежненько отпускаешь. Ага, опа. По моей команде. Готова? Да, да. По моей команде. Готова? Да. Правую нажимаешь, а левую отпускаешь. Ага. Поехали. Правая. Нажимай, нажимай. Все, все, отрывай среднюю. Среднюю. О, видишь? Я же говорил, справишься. А я говорю, что надо хотя бы попробовать, да? Все получилось, значит, я была права. Да, да. Садись в машину. Ехать надо, темнее тоже. Я, кстати, загадала. Если мы сможем вытащить эту машину, то всем остальным тоже сможем помочь. Садись. О, едем. Спасибо тебе. За что? Без тебя я бы не справился. Ты без меня бы сюда и не поехал. Но водить ты все-таки умеешь. Ты просто... выяснилось, да. Не помнишь. Стой, стой, стой! Стой! Боже мой. Господи, что с вами? Боже. Я... Так, тихо, тихо, тихо. Посмотрите на меня, вы в порядке? А? Откуда вы здесь? Тихо, 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 тихо. Вам повезло, что мы здесь оказались. Пить. Вода, вода есть? Да, 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 сейчас. Сейчас. Боже, какая рана. Лекарства в рюкзаке. Серьезно? Mm. Сейчас. Ничего себе. У вас полный набор. Откуда? Это из прошлой жизни. Я альпинистом был в группе вроде врача. С собой всегда все брал. Привык. У меня в машине лекарства. Я с собой немного взял. Так. Сейчас. Я уже кололся обезболивающим. Это антибиотик. Целый набор лекарств. Антибиотики, спазмолитики. Но этого хватит, чтобы поставить на ноги Танюшку. Хватит на 2 дня буквально. Но он говорит, что у него еще в машине есть. Давай так, я проверю, что делаю машину, а ты отвези его в деревню. Я за рулем. Ты явно умеешь водить. Я же видел. Ты, главное, деревья не тарани, как-нибудь доберетесь. Ладно. Давайте ключи, объясните, где ваша машина. А, сейчас. Давайте я вам помогу. Надо машину пересесть. Так, пожалуйста. Сейчас. Господи, как же вас угораздило. Ничего, ничего, мы сейчас скоро приедем. Я промою рану, обработаю. Обязательно еще один укол обезболивающего сделаем. Сразу станет легче.
До города с такой раной не успели бы добраться, началось бы осложнение. Ой, дороги здесь, просто какой-то кошмар. Потерпите, пожалуйста. Все будет хорошо. Готовишь ты все-таки божественно. Что не так? Что случилось? Как там дела со следствием? Нет новостей или нет? Да нет. Все в ухо. Ты не хочешь сам туда поехать, по лесу походить? Может, следы какие-нибудь найдешь? Ну, что им там делать-то в лесу? Знаешь, такие сумасшедшие поступки совершают от большой любви, а уж чего нет, того нет. Лиза, ну ты же сама в курсе. Да нет, Ромочка. Оказывается, я далеко не в курсе. Не понял. Я знаю, что это ты пытался убить Лену. Что? Я слышала разговор. Я знала, что на кону клиника. Но что ты ради нее решишься на преступление. Я думала, ты мошенник. А ты? Слушай, я не совсем понимаю. Ну да, у нас был разговор. Но совершенно не о том, о чем ты думаешь. Да, мой друг едет в лес, но он едет на поиски Лены. Хватит! Я не хочу больше ничего слушать. И видеть тебя в своем доме больше не хочу. Уходи. Ладно. Да я и сам давно собирался это сделать. Починил дверь. Говорил же, что свечи надо прокалить, будет как новое. Да, прокатиться, обещал. О, здрасте. А Андрюха где? Не галди, помощь твоя нужна. Ого, сможете? Еще один чужеродный. Давайте. Так, опа. Чего вас сюда всех тянет? Медом намазано, что ли? Хватит трындеть. Давай в дом его отведем. За вами вообще-то должок. Вечер. Можно было бы и рассчитаться. Иди, на машине покатайся, вместо солярки. Нет, так не пойдет. Мы с вами об одном договариваемся, теперь вот другое говорить. А Андрей где вообще? Он пошел через лес к его машине, потому что там лекарство. Его надо будет встретить. Я с тобой потом рассчитаюсь, ладно? Машина? Сейчас видишь, не до этого. Ладно, ладно. Только продукты я не забуду, понятно? Да, аккуратно. Лезь. Привет. Как Таня? Ирина, я вот тут яблочки принесла к смокулю. Ирина, пожалуйста, больше не приходи. Как это? Таня травануться пыталась. Мне Нинка рассказала. Про нас Татьяна узнала. Вот решила на себя руки наложить. Кто же ей рассказал? А кто же его поймет? Да я... Какая разница? Пустое все это. То есть, а как же мы? Не было ничего. Да как же? Не было, я сказал. Дурак я. Околдовала ты меня. Но если с Танькой что-нибудь случится, пеняй на себя. Коленька, я ж тебя люблю. Иди. Яблочки хоть возьми. Ты вот от моей мази открещиваешься. Вот, она ведь больше, чем твоя штука, помогает. Лучше. Ну, давайте приложу. Прям к самой ране? Ну, да, да. Терпите. Ничего, ничего, ничего. Зато потом легче будет.
Доброе утро. Извините, Лизавета Андреевна, но вас велено больше клинику не пропускать. Кем велено? Распоряжение сверху. Сказали, что вы уволились. Я уволилась. Слушайте, это ошибка какая-то. Сейчас все улажу и вернусь. Велено не пускать. Ладно. Лизавета Андреевна, стойте! Меня же уволят. Что свои? А, Семен. Нет, папа римский. А ты что здесь? Аринка за мной послала. Машка твоя отправила. Классная пора, да? Машка. Слушай, а лошадей сколько? Я не знаю. Музыка, кожа, все дела. О! А это что? Ничего, не трогай. Ложи на место. Пойдем отсюда. Так, лекарство. Андрюх! А можно я прокачусь, а? Я вот с детства мечтал на такой проехаться. Вот. Дверь закрой. Так, лекарство. Как Сергей-то? Гораздо лучше. Скоро бегать будет. Как Николаш спал? Вроде не плакал. Нормально. Температуру мерили? Слушай, ты чего вяжешься к моему ребенку? Тебе сказано было, отстань. Или ты не понимаешь? Я просто хочу помочь. Помочь? Я из-за тебя всю ночь не спала. Я Андрея ждала. Где он? Почему он до сих пор не вернулся? Вернется твой Андрей. Он в лесу у себя, как дома. С детства каждый куз знает, так что не заблудится. Скорее бы ты уже ушла отсюда. Вот вылечу всех, вспомню все и уйду. Ты вчера колола? У этого лекарства накопительный эффект. Одного укола мало, нужен курс. Не подходи к моему ребенку. Арина, дров принеси. Угу. Я сейчас уйду, она уколы будет колоть? Никто никого колоть не будет. Мы отварами, травами поставим ребенка на ноги. Давай, давай, иди, иди. Давай, быстро делай, что собиралась делать. Народной медициной тут не обойтись. Тихо, 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 тихо. Вдруг он правда заблудился. Переживаешь? Вот и все. Ничего, ничего. Скоро придет. Вернется твой Андрей. О, спасибо за урок. Учту, что надо сменить охрану. Уволить меня решил. Ну, если бы ты читала контракт, в чем я лично сомневаюсь, то ты бы знала, что увольнение возможно по решению работодателя. В любой момент, без объяснения причин. Не боишься? Тебя. Ну, если я все полиции расскажу? О том, что ты решил клинику к рукам прибрать, и что ты несчастный случай подстроил? Дура, ничего я не подстроил. Нечего тебе рассказывать полиции. Или давай, выкладывай, что ты там собираешься болтать. Ты мне сам говорил, что тебе клиника нужна. Ну, я сам говорил. Что, разговор к делу пришьешь? М? Нет доказательной базы. Так что до свидания. Пришел. Я же говорила, что он никуда не денется. Андрюша. Миленький, мой родной, вернулся. Волновалась.
Это что? Любопытные Варваре, есть такая поговорка, слышала? Это чей телефон? Марии? А еще есть такая. Много будешь знать, плохо будешь спать. Народная мудрость. Лен, привет. Я надеюсь, с тобой все хорошо. И ты услышишь мое сообщение. Простите. Что вы делаете? Да я вещи хочу постирать, они все в крови. Не надо этого. Понимаете, места дикие, зверей много. Медведь напугать или волка. А вы зачем, в принципе, в одиночку в лес пошли? Так я же вам говорю, я всю жизнь туризмом занимался, а в этих местах толком не был. Тут выходные выдались, ну, я подумал, ну, схожу на разведку, чтобы потом с друзьями нормально. Ясно. Отдыхайте. Спасибо. Забыла, как стирать. Скоро вспомнишь. Ты сказала, что сразу идешь, как только узнаешь, кто ты такая. На вот. Тебя дома ждет твой муж. Застыла, Маша. Это копия уведомления о ведущей проверке. А зачем еще какая-то проверка?
Господи. Олег Николаевич, я Лиза, Елизавета Андреевна, врач клиники «Дорога в детство». Я коллега Елены Сазоновой. А, да-да, здравствуйте. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Хорошо, пойдемте. Так о чем вы хотели поговорить? Я уверена, что все, что произошло с Леной, это не несчастный случай. Я, к сожалению, не могу этого доказать, но я знаю, кто и за что убил Лену. Убил? Ну, насколько я знаю, тело не найдено. Говорить о том, что Елена Владимировна погибла, преждевременно. Да, простите, я просто неправильно выразилась. Ее телефон, он появился в сети. Борисову, это муж Лены, ему пришло сообщение. Так, вот это уже интересно. Он сообщил об этом следствию? Думаю, что нет. Дело в том, что Борисов и есть тот человек, которому была выгодна смерть Лены. Так, давайте-ка все по порядку, подробно рассказывайте все, что знаете. Андрей, а? Скажи, пожалуйста, здесь есть хоть какое-то место, откуда можно позвонить, где есть связь? Ты кому звонить собралась? Ты что, вспомнила? Мужу. Все вспомнила. Мне Арина дала мой телефон, и там такое количество фотографий и видео, что трудно было не вспомнить. Знаешь, оказывается, меня зовут Лена. Ну, Елена Сазонова. И я действительно врач. Я владелица клиники «Дорогу в детство». Мне надо сообщить близким. Даринка, где она телефон-то взяла? Я не знаю. Но я знаю, что есть люди, которые за меня очень волнуются. Мне надо сообщить им, что я жива-здорова, и надо вообще как-то уже выбираться отсюда. Ты отведешь меня в это место? Отведу. Только не сейчас. Это очень далеко. Ясно. Ну, я тогда пока к Тане схожу, проведу, как она. Ага. А как вы вообще познакомились с этим Борисовым? В интернете, в соцсетях. Он написал. Мы встретились, понравились друг другу. Инициатива его была? Да. Он активно так за мной ухаживал, а потом попросил с Леной познакомить. Сказал, что у него для нее какое-то выгодное бизнес-предложение. А сотрудничать? Знаете, я не знаю. Я не лезла в его дела, все равно в этом ничего не понимаю. А потом он признался, что ему нужно жениться на Лене. Ну, мол, этот брак фиктивный, и он выгоден Лене. А в чем выгода? Я действительно верила в его сказки, что все это игра, что их семья — это не по-настоящему. Но я действительно допускала мысль, что брак выгоден Лене. Ну и не вдавалась в подробности. А вас не смущало, что для Елены Владимировны этот брак нефиктивный? Ну, я считала, что Лена просто не хочет посвящать меня в свои проблемы. Видимо, связанные с бизнесом, раз она так быстро вышла замуж за Бориса. Скажите, а сколько времени прошло с их знакомства до свадьбы? Полгода. Когда Борисов так легко взял в свои руки дела клиники, я сразу поняла, что это часть аферы. А собеседника, с которым общался Борисов по поводу убийства, вы не видели? Слушайте, я просто испугалась. Я не хотела, чтобы меня заметили. Я понимаю, что я вела себя подло по отношению к Лене. Я готова нести ответственность, если хотите, как соучастница. Лишь бы это только помогло найти ее. Ну а почему вы ко мне пришли? Почему не в Следственный комитет? Они же этим делом занимаются. Ищут, серьезно работают. Потому что это вас тоже касается. Клиника на грани закрытия. Врачей увольняют.
Там ваша жена и ребенок. Вы поможете? Ну вот и все. Так. Теперь аккуратно сгибайте ручку, чтобы синяка не было. Спасибо вам. Лежите, лежите. Вы мне скажите, как вы уговорили мужа своего меня пустить? Да испугался он. А я тоже испугалась. Думала, легко все будет. Я ведь сама. Я специально таблеток наглоталась. Я знаю. Откуда? Я у вас в баке упаковки от этих таблеток нашла. Если бы я не догадалась, все было бы гораздо хуже. Вы вообще это понимаете? Мне так плохо было. У меня один вопрос. Зачем? Да все из-за Кольки. Он же с Аринкой, у них любовь была. С какой Ариной? Подождите, с женой Андрея? Да. Да не быть не может. Я точно говорю вам. Я их видела в Аринкиной хате. И ребенок ее не от Андрея. Да нет, ну это ерунда какая-то. Вы, наверное, что-то путаете. Да точно говорю. По срокам-то все сходится. Вы почему мне сразу про таблетки не сказали? Думала, не выживу. Помру, мне все равно будет. А вот не померла. А думаете, охота позориться на всю деревню, что из-за Кольки чуть руки на себя не наложил? Да люблю я его! Вы отдыхайте. Я тебя по всей деревне ищу. Там Петровичу плохо. Повитух, помоги, а? А что случилось-то? Он с утра за водой пошел. А на обратном пути с двумя ведрами. Ему что-то хоп и упал. Вот. Я хорошо, что быстро его заметил. Шмась к нему, а он говорит, у меня грудину ловит. Ну я сразу к тебе. Давай скорее, а? Понятно. Говорила я ему, ну куда с твоим сердцем ведра-то таскать? Он же упертый. А что, у него больное сердце? Угу. Так, ну где болит? Тут. Вот здесь, тут, да? Болит. Угу. Здесь, да все в круг болит. А вы делаете все? Уколы, мази, все, что нужно. Что со мной? Так, я вам сейчас сделаю укол, а вы мне пообещайте, пожалуйста, что не будете двигаться, уж тем более не будете волноваться. Договорились? А поможет ли ваш уколчик-то? Должен. А я к вам еще вечером зайду. Наноси воду в баню. А то уж я там, почитай, полгода генералку не делала. А Серега на ноги встал. Вон гулять уже пошел. Помыться ему надо будет. А я не хочу, чтобы он понош, я хозяйка. Ну, Аринка что? Ари, что твоя Аринка? Ребенком защищается. Да лодырь она у тебя. Ладно. А что? Мама, что это у тебя? Ну ладно. Чего? Дай-ка я посмотрю. Ну ладно, Андрюх. Ну, давай, 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 снимай. Ну, перестань. Мам. Ну не надо. Дай. Ну ладно, брось, Андрюх. Ну, мокро, что у вас тут случилось? Да мать поранилась, похоже. Дайте-ка я посмотрю. Да не надо, я травку приложила, скоро пройдет. Я аккуратно. Ага. Так. Ой, ой, простите. Твои изверги. Сейчас. Ничего себе. Ну, давайте, признавайтесь. Вы на гвоздь наступили? Ну, да. Ничего. Сейчас мы обработаем, и все будет хорошо.
Ну, наконец-то! Сколько можно звонить? Куда ты пропал? Послушай меня. Дело дрянь, я на винтовку ходила. Лиза! Мне позвонили, сказали, видели ее в отделении. Куда ходила, с кем разговаривала, неясно. Ты нашел Сазонову? Да, она жива. Твою мать. Сережа, знаешь что, заканчивай дела и возвращайся домой. Слышишь? Послушай, Ром, я тебе изначально говорил, все слишком далеко зашло. Я так не могу. Погоди, старичок, не понял, что значит далеко? Что значит не могу? Мы договорились, мы вместе до конца. Что изменилось? Она мне жизнь спасла. И что? Ты теперь, как говорится, у нее в должниках погроб, да? Послушай, это так не работает, слышишь? Механизм уже запущен. Назад дороги нет. Слушай, здесь народу много. Деревня. Выстрел услышат. Ну так придумай что-нибудь. Организуй несчастный случай. Ну, послушай, Сережа, ну что, мне тебя что ли учить? Сережа, давай, делай дело и возвращайся. И знаешь что? Сделаешь? Пришли мне фото для отчета. Ясно? Все, жду. Опа. Сейчас, я аккуратненько. Вот так. Так, ну вот. Обработали, теперь все будет хорошо. Только ногу нагружать нельзя, вам бы полежать сейчас. Ну вот, Вичман, отдыхай, лежи, отдыхай, а баню я сам уберу. А я тебе помогу, чтобы побыстрее было. А потом покажешь место, где можно дозвониться, ладно? Угу. Вот так. Ну все, отдыхайте. Спасибо тебе, моя милая. О, кто ж так полы мой, дай сюда. Никогда не убиралась в комнате, что ли? Да ты не поверишь, мне мама ничего по дому делать не позволяла. А-а. Она была абсолютно помешана на моем обучении. Она же меня всю жизнь на заводе проработала. А-а. Вот, а потом, когда страна стала разваливаться, она пошла на рынок торговать. Я очень боялась, что я повторю ее судьбу. Поэтому я ходила на все возможные и невозможные кружки. И она мне всегда говорила, что у каждого должно быть свое дело. Кто-то полы моет, а кто-то людей лечит. Ну да. Права твоя мама. Слышал про Петровича. Как он? Да у него сердечный приступ был. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо. Он тоже хорош гусь. У него сердце больное, он по несколько дней на рыбалке пропадает. А тут до речки, знаешь, сколько тут километров? 5, не меньше. А если у него там вот сердце прихватит, так в лодке и помрет. А давно он последний раз на рыбалке был? Только вот вчера его видел. Ясно. Ой, какой аромат. Ага. А далеко до этого места идти, откуда мы будем дозваниваться? Чего? Звонишься, уйдешь от нас. Ты, можно подумать, будешь скучать. Ну ладно, ничего страшного. Я в гости приду. Ну что ты делаешь? Маш, нас зайти. Нет, меня нельзя. Почему нельзя? Ну потому. А меня можно? Можно. Нет, пожалуйста. Ты делаешь, что? Это больно. Ну, конечно. Маш, куда ты? Что ты делаешь? Ты закрыл, что ли, Маш? Да откройте, пусти, что ты делаешь? Веселитесь тут, да? А там бабине неплохо. Иди посмотри. А ты останься. Высокая. Я боюсь, это сепсис. И я теперь живу. Травы меня вылечат. Это очень плохо. Я не понимаю, что делать. Антибиотиков у нас больше нет.
Вот. Лист крапивы нужен. Обеззараживает. Бабнин, вам надо в больницу. Отродясь, там не бывало. Знаешь, это чего? Сделай мне чайку с молоком. Полегчает. Сделай, сделай. Полегчает. Ну, хорошо. Ты что, в нее влюбился? Арин, ты чего? Ну, что у тебя? В глаза мне посмотри. Ты ее любишь? Да что ты говоришь такое, а? Ну, Маша помогает нам всем. Маша всю деревню лечит. Ну, а раньше-то мы как жили? Вот так вот и жили. И дальше, видимо, будем так же жить. В смысле? В том смысле, что твоими стараниями Маша хочет мужу сообщить, что жива-здорова. Ты же ей все рассказала. Ой. Антибактериальная терапия. И в стационаре лучше наблюдать такие вещи. Надо в скорую звонить, ты же понимаешь. Ну как звонить-то, здесь связи нигде нет. Ну, как... Может, с крыши попробовать? С крыши? Mm? А чего ж ты раньше не сказал? Ну, сейчас я... Мне в голову что-то не приходило. Сейчас нет. Я сама. Во-первых, я лучше ситуацию объясню. Во-вторых, может быть, своим дозвонимся. Все, побудь с мамой. Спи, мама, спи. Коля, миленький, ну сделай что-нибудь, умоляю, ну не могу я там больше. Не любит он меня, повитуху любит. С чего ты взяла? Да ты видел? Ты видел, как он расстроился, когда узнал, что она в город уходит? Все, Арин, мне жена дороже. Скажи спасибо, что Танька в живых осталась. Сюда больше не приходи, я тебе уже говорил. А как же мне быть? А ты держись Андрея. Хороший он мужик. Знает о твоих похождениях, все равно женился. И повитухе скажи спасибо. Если б не она... Сам скажи. Ну что? Звонилась куда-нибудь? Связи нет совсем. Я так и знал. На Лабаз придется идти. А это где? Это охотничья вышка, я тебе говорил. Там иногда берет, но на машине туда не доедешь. Лес очень густой, пешком придется идти. Ну, хорошо. Для кого?
Для кого надо? Продаешь? В городе. Сувенирные лавки раскупают. Деньги не абы какие, но хоть что-то. А ты где был? Да я гулял, ногу разрабатывал. А там в лесу Андрея с Машей не видал? Они в лес пошли. Чует мое сердце, что-то неладное. Аринка, сбегай к Ольке, скажи ему, чтобы он сходил к Лавазу. Они наверняка там. Вот здесь вот мужики охотятся на кабанов. Серьезно? Да, да, да. Вообще это называется телефонная будка. Потому что связь есть? Ну да, ну да. Правда, не всегда. Ну вот сейчас как раз нет. Надо наверх. О! Вылезай, давай я помогу. Да я сама, ладно. Спасибо. Ага. Ну что? Не. Нет? Представляешь, вроде показывает, что есть связь. Начинаю набирать, сигнал не идет. Да, блин. Так. Ну вот, видишь, вот показывает, одно деление вроде есть, а звонок не проходит. Ну, все понятно. Пойдем обратно домой. Да никуда мы не пойдем. Во мне не помощь нужна. Пока не дозвонимся, никуда мы не идем. Кто сюда сунется-то? Мне 35 лет. Я сколько живу, ни одного врача я здесь не видел. Да чтоб тебя. В нашей деревне даже нет никакого официального статуса. Даже на карте нет. Ну, живут там какие-то люди, живут. Ну, кому это интересно? Ну, название-то у нее есть, Ивановка. А знаешь, почему у нас нет ни администрации, ни почты? Знаешь? Ну, потому что нас как бы не существует юридически. А почему вы не уезжаете отсюда? Ну, а где нас ждут? Слушай, в любом случае, медицинскую помощь вам обязаны оказать. Скорая должна приехать, понимаешь? Как она сюда доедет? Ты посмотри вокруг. Лес дремучий и непроходимый. И дорог нет. И не будет здесь дорог, пока кто-нибудь лес вырубать не начнет. Ух ты! Что? Смотри. Что там? Тихо, тихо, тихо. Волк. Да это что? Это правда волк? Волк, да. Что теперь делать? Ну, что делать? Ждать, пока уйдет. А если он до утра не уйдет? Ну, значит, до утра будем сидеть здесь. Ты с ума сошел? Мы здесь замерзнем. Слушай, может, его как-то напугать? Волк! Эй! Все, не боится ничего. Я первый раз в жизни волка вижу, честно. Да, но спускаться сейчас нельзя. Да и не хочется, честно говоря. Напасть может. В прошлом году разорвали охотника. Что-то холодно. Садись поближе, а. Сейчас. Слушай, Андрюша. А? Почему вы так чужих не любите, а? Тебе Арина рассказывала? Ну, она сказала, что своих кормить нечем. Ну, это ее любимое объяснение. Мы чужих не любим по одной простой причине. Они нас не понимают. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, мы живем по своим правилам. Да, устаревшим. А кто к нам приезжает, они хотят нас поменять. Ну, неправильно живем, неправильно детей воспитываем, землю неправильно обрабатываем. Даже выгнать нас хотели. Слушай, ну, по-хорошему, нормальное лечение вам, конечно, нужно. Люди этого хотят сами. Даже Татьяна. Она не просила меня звать Бабнин. Ну, не хватает вам медицины, понимаешь? Ну, наверное, нет хорошей жизни. Народными средствами-то лечимся. Ну, а что ж теперь? Не спасать, что ли, людей? Вот так вот просто руки опустить.
Господи, бедный мой Ромка. Он, наверное, там с ума сходит. Он вообще не понимает, где я, что со мной. Это же кошмар. Ну да. Да. Ты знаешь, мне кажется, меня никто никогда так сильно не любил, как он. Как тебя можно не любить? Что? Кто там? Хозяин леса. А ты кого ждал? О! Что там? Коля Николай! Ну, давай, слезай. Домой пошли. Пойдем. Сейчас, подожди. Я встал, связь появилась, ты представляешь? Сейчас. Так. Идут гудки. Алло! Алло, здравствуйте, это скорая? Очень нужна ваша помощь. Деревня Ивановка, 2 пациента. Подожди. Что значит не на чем? Ну, вызывайте вертолет, я не знаю. Ну, делайте что-нибудь. Люди умирают, вы меня слышите вообще? Алло! Это бред какой-то. Не на чем ехать, да? Я же говорил тебе. Пойдем. Подожди, пожалуйста, пока есть связь, я сообщение прослушаю, мужу позвоню, ладно? Я быстро. Угу. Лен, ты должна знать, в афере с клиникой виноват твой муж и мой любовник Рома. Мы встречались тайком от тебя. Муж, ты звонилась? Не получилось. О, друзья, нагулялись? Варин. Ну как? Удалось подружиться-то, а? Варин, ты чё? А ты чего думаешь, я слепая? Я не вижу ничего. Варин, успокойся, пожалуйста. А ты чё, красавица, молчишь? Чё, сказать нечего? Варин, если ты сейчас же не прекратишь, Что будет? Что? Что, ты бросишь меня? Маша, пойдем, а? Там соседу совсем плохо. Сейчас. Кому? Петровичу. Тенденция к умеренному повышению. Все симптомы очень похожи. А с чем похожи? Это плохо? Вы на рыбалке были? Был. Рыбу ели? На берегу, на костре. Понятно. Все похоже. Попробуем патогенное лечение. Внутривенно натрий хлорид, глюкозу и мочегонное. Только постарайтесь, пожалуйста, как можно больше пить воды, хорошо? Он поправится. Обязательно. Я вам сейчас сделаю укол. Должно полегчать. Нет, ты скажи, он не заразен, а? Я подозреваю острое пищевое отравление токсическими продуктами, так называемая ГАВская болезнь. Диагноз очень редкий и крайне неприятный. Я надеюсь, конечно, что он не подтвердится. Но если простыми словами говорить, твой сосед отравился рыбой. Так я ж тоже вчера сюда рыбу ел. Он меня и угощал. Ну, если ты здоров, значит, он поправится. Фу ты! Есть отек, когда здесь трогаю, больно? Ну, нормально. А вот здесь? Ничего. Фу, Сергей, я все-таки хочу попробовать добраться до города и привезти сюда врачей. Но по лесу, само собой, я пойду пешком, а вот... Доехать до города, конечно, хотелось бы на чем-нибудь. Можно я воспользуюсь вашей машиной? Одна. Ну, у меня другого выхода нет, к сожалению. Давайте я с вами. Нет, ну вам нельзя, вы еще не восстановились. Что, нормально, я дойду. Потом мне домой нужно. Сколько мне здесь сидеть-то? Серьезно? Нет, ну если вы сможете, я вам буду очень благодарна. Спасибо. Договорились.
А я смотрю, у тебя в природе на чужие вещи зарятся, да? Арина, зря вы на меня злитесь. На самом деле, я вам очень благодарна. За что? За то, что спасли, за то, что приютили, оказались неравнодушными. Еще знаете что? Ваш Андрей действительно замечательный. Вы его берегите. Ты что, уходишь? Хочу попробовать добраться до города. Лекарства очень нужны. Граница леса обратно. Но пока дорога есть, довезу их. А, так я с тобой. Иди спи. Какой там? Я как услышал, что машину завел, сразу сон как рукой снял. Тебе же со мной веселей. Давай, давай. Поехали. Здрасте. Может, он сам справится, а? Тебе-то зачем ехать? Или ты из-за Аринки? Да нет, ну что ты. Просто по дороге надо лекарство купить. Ну, самой проще, долго объяснять. Понимаешь? Андрей, тормозни здесь. Чё, до утра прижало? Мы выйдем тут. Да ты знаешь, сколько здесь до твоей машины-то топать? По навигатору отсюда значительно быстрее пешком. Да и снега здесь меньше. Не, ну если быстрее, тогда, конечно, лучше мы пойдем. Заодно и красоты местные посмотрю. Ну, ладно. Так. Ага. Ой. Давайте. И пока. 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 Маш, я тогда хотел сказать тебе… Что? Да не важно. Ну, мне важно, скажи. Ребят, нам пора уже. Еще идти, идти. Сейчас. Иди. Присматривай за мамой, мы скоро вернемся с помощью. Да. Езжай. До свидания. Пока. Прыгай. Ну, что делать? Я сказал, прыгай. Сергей, не помню ваше отчество. Ты узнала меня? Ну, конечно. Открылось сильное кровотечение у плода цианоз и асфиксия. Мы не справились. Зафиксирована биологическая смерть у обоих. Протокол. Все ты сделал правильно, Антош. Не переживай, пожалуйста. Иди. А как же с родственниками быть? Я сама с ними поговорю. Вас же тогда обвинят в смерти пациентки. Это моя клиника. Вы мои сотрудники, мой коллектив. Значит, я сама несу за всю ответственность. Я не сразу вас узнала, но я нашла фотографию. Скажите, почему на этой фотографии есть Рома? Потому что он брат Марины. Так это что, месть? Кто придумал это? Борисов. Он захотел обанкротить. Оставить тебя нищей. Он женился на мне, чтобы заставить меня эту клинику продать. А когда у него не получилось,
Он что, решил меня убить? Это не важно. Слушайте, я понимаю, что вам очень больно. Но если вы меня убьете, вам же не станет от этого легче. Поймите, вами манипулируют. Вы же не знаете всей правды. Какой правды? Не знаю, Андрюх, что-то к этой Аринке прикипел. Машка, вот эта женщина. Не, Аринка, конечно, тоже хорошая, но по сравнению с Машкой... Не, ну ты сам посмотри, Андрюх. Люба глянуть, красавец, человек во. У нас вся деревня от нее без ума. И по здоровью справится, и подмогнуть предложит, и по первому зову прибежит. А Аринка твоя что, знаешь? Что они в деревне-то говорят? Сень, хорош, а? Ты ешь по-дружески. Кто тебе, кроме меня, правду скажет, а? И чё? Да чтоб тебя. Чё, двигатель? Да кто же его знает-то? Кто же знает? Я тебе говорил, давай палет перебирал, а ты мне чё? Я тогда в город мотался, в интернете этих насмотрелся всяких инструкций. Там за место бумажек все показано, и ничего сложного. А ты мне чё? И чё? Пусто. То есть как? Чё делать? В прошлый раз под завязку залил, что израсходовал, что ли, весь? А приборы? А чё приборы-то? Год уже не работают. Даже никто новый не привезет. Тебя просил, он тоже мне друг. Конечно, я во всем виноват. У меня вообще-то деньги тогда украли, если ты забыл. Слушай, так мы это, может, недалеко уехали, может, нагоним их, а? И чем они нам помогут? Так Сергей же сказал, что он короткий путь до машины знает. А где машина, там что? Правильно, бензин. Вот сейчас молодец. Слышь, я как Машку-то твою увидел, я первый раз подумал, девку про твою честь. Пусть с ней даже чем-то похоже. Андрюх. Маша. Все хорошо. Ты ранена? Нет, это не кровь, это просто сок калины. Все, успокойся, пожалуйста, все в порядке. Я испугался. Я потом тебе все объясню. Все. А что произошло? Почему вернулись? У нас машина недалеко там встала. Мы вот хотели у вас бензинчика одолжить. Успокойся. Все хорошо. Маша. Все хорошо. Пожалуйста, не переживай, доберемся до города. Я возьму медикаменты и попробую привести помощь. Спасибо. От души благодарю. Давай. Андрюш, спасибо тебе. А где регистратор-то? Арине очень с тобой повезло. Правда. Спасибо тебе за все. Я скоро вернусь.
Я жду регистратора. Так куда я тебя возьму? Я ж не брал, ты же меня знаешь. Да, знаю. Поэтому и жду. Трудный ты человек, Андрюха. С тобой кашу-то не сваришь. Ладно, я сейчас. Давай. Андрюша. Арина. Я так соскучилась. Представляешь, Коленька сегодня первый раз улыбнулся. Арина, мы расстаемся. Что? Почему? Не заставляй меня повторять то, что ты и так знаешь. Андрюш, да ты что, ты из-за повитухи, что ли? Ты сердишься, что я телефон ей показала? Так она все равно все вспомнила. Андрей! Арина! Маша здесь ни при чем. Пусть так будет лучше. Андрей! Мне даже интересно, какие аргументы использовал Борисов, чтобы убедить вас убить меня? Месть. Призывал отомстить за Марину. Только я, дурак, не сложил сразу 2+2. Поверил ему. Он, конечно, не из-за Марины, а из-за клиники и денег. Естественно, не будет вас, он прямой наследник. А если что не так, виноват я. Я не понимаю, что надо делать. Не вам, а нам. Я помогу тебе. В смысле, вам помогу. Выбраться из этой ситуации, но не потому, что простил вас, а потому что я хочу, чтобы Борисов за все ответил, потому что он подлец. Спасибо. Так. Погодите, что вы делаете? Борисову сразу придет сообщение, что вы в сети. Господи, я даже об этом не подумала. Спасибо. Возьмите мой. Алло, Юрий Георгиевич, здравствуйте. Сазонова беспокоит. Ой, даже не спрашивайте. Очень сложная история. Потом как-нибудь, хорошо? Нужна помощь ваша. Юрий Георгиевич, очень нужен вертолет. 2 пациента. Сепсис с осложнениями и, подозреваю, Габскую болезнь. Ну да, вот такой редкий случай. А кто сейчас этим занимается? Да, поняла. Ну, хорошо, в любом случае, спасибо. До свидания. Угу. Да, придется завтра посуетиться. Вертолет не просто найти. Первым делом утром нам надо встретиться с моим знакомым, майором полиции. Может быть, он мне подскажет, как быть в этой ситуации. Я про вас ничего не скажу, естественно. Вы не волнуйтесь. Вы все-таки включили телефон? Он на авиарежиме, там просто нужные контакты. И фотографии. Олег! Привет.
спасибо тебе огромное, что ты приехал. Это Сергей, он мне помогает. Приятно, очень приятно. Рад, что у тебя все хорошо. Очень нужна твоя помощь. Это касается моего... Я в курсе. Я о том, как он пытался клинику отобрать и убить тебя. В курсе. Откуда ты знаешь? Ко мне приходила твоя подруга, Елизавета Андреевна. И все подробно рассказала. Этим делом занимается Следственный комитет. Я по своим каналам выяснил, что авария была подстроена. Следствие устанавливает доказательства причастности Борисова, но... Боюсь, что у Борисова в комитете свои люди, и, скорее всего... Надо, чтобы его привлекли именно по закону. Я так понимаю, что махинацию с недвижимостью не доказать. Там все очень грамотно юридически сделано. К Борисову не подкопаешься. И я Елене уже говорил. А что, если бы спровоцировать? Заставить проявить себя и... Спровоцировать? Ну, это вот неплохая идея. Дайте-ка мне немного времени подумать. Попробую что-нибудь сделать. Давай, мама, братишка. Давай, давай, давай. Все. Все, спи, 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 спи. Спи. Сейчас тебе травяной сбор заварю. Здравствуйте. Тихо ты, тихо. Спит? Сколько? 39,3. Ой. Чего пришла? Да я так просто о здоровье справиться. И вообще. Чего вообще? Андрюш, а ты ничем поинтересоваться не хочешь? Например? Ну, например, как здоровье Коленьки. Я уверен, с Коленькой все в порядке. Арина, мы же договорились. Да я, ну, так просто. Можешь помочь, чем надо. Обед сготовить. А хочешь, я с бабниной посижу? Тебе, наверное, отлучиться надо, ну? Как раз Степан просил помочь. Ну. Что, действительно хотите попросить вертолет? Ну, а что делать, если другого выхода нет? Да, ситуация, конечно, сложная, но вертолет нам никто не даст. Ну почему, Жор? Лен, ты понимаешь, все машины 24 часа в сутки в воздухе. То ДТП сложно, то перевозка тяжелая, то труднодоступные районы. Вот ты представляешь, эта деревня находится как раз в труднодоступном районе. Ты карту видела? Это другая область, чужая территория. Какая разница, чья это территория, если там люди умирают, Жор? А если с вертолетом что-то произойдет? Что я тогда буду говорить, что я там делаю? Меня же тогда по полной программе. Ну, не имею я права летать на чужую территорию за больными. И потом нужно позвонить в скорую, добиться приезда врача. Он должен осмотреть больного и принять решение о перевозке. Не все так просто. А я тебе не врач? Извини, я тут бессилен. Попробуй обратиться в частную компанию. Вот. Слушай, а я думала, ты врач. Не понял. Ну, врач – это человек, который прежде всего заботится о жизни пациента, а не о себе. Значит, туда-обратно плюс топливный сбор, получается вот такая сумма. Но она неподъемная. Хорошо. Сделаем вам скидочку. Оформляем? Это с максимальной скидкой. У вас родители есть? Простите? Ну вот представьте, что ваши родители оказались отрезаны от цивилизации, но им очень нужна помощь. Я все прекрасно понимаю. Нет, вы не понимаете. Люди умирают. Ну, мы не благотворительный фонд и не скорая помощь. Мы оказываем услуги, и у них есть цена. Да, вы правы. У всего есть цена.
счета у меня заблокированы. В банк без паспорта нельзя. А я могу у вас эту сумму одолжить? К сожалению, у меня таких денег просто... Ясно. Тогда нам надо ехать в клинику, возьмем необходимые медикаменты, я хотя бы какую-то помощь окажу, и попытаемся их перевести в город. На себе. Но вам же Рябов четко сказал, что никаких контактов с Борисовым без его команды. Он же вас там может увидеть. Тогда мне без вас никак. Вы же поможете? Я напишу список лекарств, вы все заберете, а я скажу, где. Ну, там же ведется учет, все выдается под запись. Но мы же не воруем. Формально я беру у себя. Поехали. Вы просили, чтобы я пришла? Здравствуйте, Елизавета Андреевна. Проходите, присаживайтесь. У меня к вам несколько вопросов относительно Романа Борисова. Что вы можете сказать о нем, как о человеке? Лживый, подлый, двуличный. Ну, это я уже понял из контекста его действий. Меня больше интересует характер. Его довольно легко разозлить. Если что-то идет не по плану, но это выбивает его из колеи. А еще он не любит, когда ему правду в глаза говорят. А почему вы спрашиваете? Я хочу устроить Елене Борисову очную встречу. Просто пока не понимаю, где и как это лучше сделать. Подождите, стоп. Елена что, вернулась она здесь? Ну да. Она в городе. Подождите, она у себя дома? Где она? Нет, Елена Владимировна в надежном месте. А она что, вам не звонила? Мне нужно с ней поговорить. Пожалуйста, скажите, где она? Вот там эвакуационный выход. Вам нужно попасть в реанимационное отделение. Там на посту шкаф с лекарствами. Нет, стараюсь. О, старичок, привет. Хорошо, что приехал. Пойдем поговорим. Пойдем. Сейчас кухню и поговорим. Молодец, что сам приехал. Mm-hmm. Я сам собирался тебе звонить. Старик, ты даже представить себе не можешь, как эта фотография подняла мне настроение. Mm-hmm. Так что давай с тобой выпьем на этот раз точно за успех. Я за рулем. Ну, а я выпью. Ром. Да. Скажи, а зачем тебе клиника? Тебе деньги нужны, у тебя долги, да? Серёг, какая клиника? Какие долги? Я все это делаю ради близкого мне человека. Я, между прочим, свою сестру любил не меньше, чем ты. И что, тогда сам в деревню не поехал? Серёг, я прошу тебя, не начинай. Я все, конечно, понимаю. Такое провернуть у любого, конечно, съедет. Ты вот что, мне твой совет нужен. Как считаешь, если я сам найду Лену, не будет это выглядеть подозрительно, как считаешь? В смысле? Ну, в смысле, я безутешный вдовец, отправился на поиски жены, не дождавшись внятного итога следствия. А зачем? Ты побыстрее хочешь в наследство вступить? Ну, при чем тут наследство? Просто я хочу выглядеть в глазах следствия как нормальным мужиком, который ищет свою жену. Ты как считаешь? А от меня что надо? Координаты тела. Ну, как ты меня нашла? Я знала, что когда ты вернешься, обязательно приедешь в клинику, ждала тебя. Потом увидела тебя в машине. Прости, я понимаю, что у меня нет прощения, что предательство, я...
Прости меня, я, наверное, всегда тебе завидовал. Ты хороший врач, у тебя своя клиника, а я... И что, это был повод вот так меня подставлять? Нет. Конечно, нет. Прости, я правда не знала, что так выйдет. Чуть не попался. Угу. Все получилось взять? Да. У тебя что-то еще? Просто мы очень торопимся. Да. А зачем тебе лекарства? В деревне, ну, в этой Ивановке, где меня спасли, там два тяжелобольных. Гавская болезнь и острый сепсис. Я могу помочь. У меня у отца была гавская болезнь. Можно взглянуть на список препаратов? Его лечили примерно тем же. Можно я поеду с вами? Знаешь, с репродуктивными функциями в деревне проблем нет. Нам по-хорошему, конечно, нужен хирург. У меня в университете никогда не было проблем с общей хирургией. У меня есть с кем проконсультироваться. Смотрю на тебя и на Колю. Вот так похоже. На какого Коленьку? На старосту нашего? Зачем так, Андрюш? Да как? Вся деревня уже болтает. Арин, скажи мне честно, чей это ребенок? Да ты что? Бабьим судачеством поверил? Это твой, это ребенок, твой. Тебе кто эту ересь наговорил? Маша, это опять, да? Змея под мной. Не тебе о ней говорить. Поняла меня? А у вас с этой Елизаветой конфликт какой-то. Она просто так напрашивалась. Как будто хотел чем-то перед вами извиниться. Нет у нас никакого конфликта. Елен, вы серьезно собираетесь тащить за собой тех этих деревенских, когда у вас бизнес из-под носа уводит? Сережа, это две человеческих жизни. Для их спасения я пожертвую чем угодно. Всем, что у меня есть, понимаете? Если вы не хотите мне помогать, это ваше право, вы просто скажите об этом, хорошо? Борисов собирается в те же края. Хочет увидеть ваше тело. Ну, я кое-что придумал, отправил его в другую область. Лучше бы мы взяли эту Елизавету. То стоим и здесь ждем. Может, вы ей позвоните? Ну да, уже полчаса ждем. Но вы же слышали, она сама сказала, что хочет встретиться именно здесь. Я с самого начала не поверила, что она придет. Поехали. Арин, спасибо тебе. Иди домой. Коля, наверное, уже кормить пора. Ты о сыне вспомнил. Не переживай, Андрюш, он с матушкой моей, она его покормит. Арина, иди домой. Андрюш, ну не сердись на меня. Ну я же не просто так скандала закатывала. Я же видела, как она на тебя смотрит, Андрюш. Спокойной ночи. Иди. Спасибо тебе. Все правильно, сынок.
все правильно. Крутится над тобой понапрасну. Так и будешь всю жизнь лапшу с ушей снимать. Мам, да. Как ты себя чувствуешь? Лучше. Получше. Давай смогу. Да ну что, что, я сам. Оп. Ага. Все? Да. Так. Смотри. Тише, тише, Коленька. Чего ты раскричался, мой маленький? Хочешь, я тебе песенку спою? Только ему не пела. Какие игрушки только не показывала, но без толку все, все. А ты чего? Ты из-за Андрея, что ли? Ой. Да ну его. Ну, что ты ревешь-то? Что ты ревешь? Ты сама во всем виновата. Я виновата? Ну, а кто? Не надо было тебе с этим Колькой кшаться. Я говорила. Что ты говорила? Может, я его люблю? Ну, ты тогда и определись, кто тебе нужен. Он от Таньки не уйдет. Не уйдет. Ну, так сказал. Ты запомни только одну, дочь. Силком мужика за аркани счастья не будет. Вот так всю жизнь с мокрыми глазами ты и проведешь. Иди, мам. Иду, иду. Мам, ты чего? Ты как? Плохо. Что мне делать, мама? Как помочь? Машка была бы, Машка спасла. Ты знаешь, вот эти наши средства, это не то. Не то. Она приедет скоро, мам. Она скоро помощь придет. Все будет хорошо. Андрюша, ты мне пообещай, что ты Машку не упустишь, что ты с ней будешь. Машка девка хорошая. Мам, ничего ты. Андрюша, пускай это будет моя воля. Мам, ну какая воля? Ну ты чего? Мам.
все-таки расстроились из-за того, что Елизавета с нами не пошла. С чего вы взяли? Не знаю, как только мы не дождались, у вас настроение изменилось. Нет, просто в какой-то момент мне показалось, что она говорит искренне и готова нам помочь. Но она в очередной раз подвела. О, Павлетуха! Ты, наконец-то! Без тебя совсем беда. А что случилось? Да Нинка при смерти. Петрович совсем плохой пластом лежит. Да где ж ты там? Вот так. Пап, Нина, ну вы как? Привет, Маша. Сейчас. Так. Знаешь, думала, померла. Вижу, Маша. А, все. Шутите, это хорошо. Значит, не так плохо. Швабры принеси, пожалуйста, Андрей. Ага. Так, держите. Ага. Так, сейчас. Вот. Швабра. Сейчас скажу, что делать. А ты что дома сидишь? Тебя не спросила. Ну, а замуж-то кто бороться будет? Повитуха-то вернулась. Иди ты. Да чтоб мне с места не сойти. Вот только сам видел. Вернулась. Так. Не больно? Чего у вас полегче будет? Машенька, родненька, помоги, спаси. А что случилось-то? Помирает, ой, помирает. Ваське плохо. Ну, пойдем, прошу тебя. Дочка, я свое пожила. Васька мужик, Васька деревне нужнее. Что иди, вы иди, такое иди. Говорите? Ерунду какую-то. Плохо он совсем. Ну, помоги, умоляю. А ты как здесь? Не спрашивай, потом объясню, что делать нужно. Так, Варвара Алексеевна, это Лиза, она моя коллега, она замечательный врач, она вам поможет. Спасибо. Пойдем, пойдем скорее. Вот. Второй день молчит, ни жив, ни мертв. Я не знаю, что делать. Мне нужна вода, чистое полотенце и стул. Можно? Да, конечно. Я делаю все возможное. Остальное зависит от организма. А это кто с тобой был? Подруга? Нет, нет, моя коллега. Мы работаем вместе. Вернулась. И сидится тебе в городе, да? Арин. Мужиков тебе наших подавай. Арин, она приехала, чтобы маму спасти. Она приехала, тихо. Чтобы тебя забрать. А я тебя так просто не отдам. Тихо. Слушай. Арин. Иди подобро поздорово отсюда, а то я грех на душу возьму. Я же не выдержу. Так, так, так. Все, все, пойдем. Пошли, 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 пошли. Подожди. Стой. Ты понимаешь, что Маша из кожи вон лезет? Она людям помогает, ты такие гадости ей говоришь. А что мне спасибо сказать из-за того, что с тобой ничего не получается? У нас с тобой ничего не получается, потому что я знаю про тебя и про старосту. И про ребенка знаю, вот почему у нас ничего не получается. Андрюш, со старостой было, признаю.
Но ребенок твой. Да. Ну, машина не несем. Маша, она едет. Но рядом с ней будет два врача. Мы сделаем все возможное, но это хоть какой-то шанс ее спасти. Черт, моя машина на выходном семья. Говорил, двигателем заняться, как назло. Ладно, не волнуйся. Мы справимся. Ну, сейчас. Куда? Носилки сделаю. Не в руках же нести. Ну, да. Что? Как пациент? Я сделала фастотомию, теперь все будет хорошо. Как ты вообще здесь оказалась? Я не успела с вами, мне нужна была консультация. Я заехала к папе, свежие детали операции. А потом он подбросил меня до границы с лесом. Как ты именно это место нашла? Ну, ты же говорила про Ивановку, а папа охотник. Он бывал в этих местах. Ясно. Лен. Что? Я прошу тебя, прости. Я перед тобой виновата. Лиз, ты виновата только в том, что ты меня познакомила с Ромой. Вот и все. Маша! Подожди меня секундочку, хорошо? Ага. Маша, я решил с вами ехать. Зачем? Слушай, тебе там нечего делать. И потом в машине очень мало места. Я о маме позабочусь. Пожалуйста, не волнуйся. Можно? Что? Я боюсь тебя с Сергеем отпускать. Почему? Я им не доверяю. Напасть. Мы все совершаем ошибки, просто не все их признаем. Он все осознал и давным-давно уже раскаялся, правда. Не волнуйся за меня, пожалуйста. Здрасте. Я это, с вами пойду. Да ладно тебе, ну не серчайся вы. Я ж не со зла побег по всей деревне кричать, что повитуха приехала. Обрадовался просто. Ну, давайте собираться. Давай. Че помочь? Ничем. Чувствую. Уже помог. Как же вы одна через лес не испугались идти? Страшновато было, конечно, но я стараюсь учиться у людей чему-то хорошему. Не понял. Я про Лену. Говорят, врачом надо родиться, это точно про нее. Угу. Ради своей профессии на все готова. Ничего не боится. По лесу идти, пожалуйста. Под следствие за своих сотрудников. Тоже, пожалуйста. Даже умереть за свое дело готово. Ну, такой пример вдохновляет, согласитесь. Что вы сказали, последствия? Да, у нас случай был в клинике. У одного из врачей во время родов умерла пациентка вместе с ребенком. А Лена взяла всю ответственность на себя. Ну, мол, моя клиника, мои сотрудники, значит, и виновата тоже я. А вы фамилию пациентки не помните? То ли Маркова, то ли Макарова. Вот, ну, не помню. Получается, Елена взяла на себя вину других людей? Я же говорю, вообще ничего не боится.
Да. Алло! Да я не понимаю твоей логики. Ладно бы ты еще за деньги работал, я подумал, что ты меня кинуть хочешь. А так? Ты о чем? Координаты, которые ты мне дал. Я уже здесь все прошел, раз пять. Ничего нет. Ну-ка скажи мне еще раз. Я тебя не попугаю по 100 раз повторять, я тебе все сказал. Слушай меня сюда. Если я узнаю, что она жива, я вас обоих! Алло! Все будет хорошо, я обещаю. Не холодно? Ничего, ничего, скоро приедем в больницу. Вам там помогут. Все будет хорошо. Да, Олег, я понимаю. Но тебе не кажется, что это опасно? Ну, потому что Борисов непредсказуем. Вообще непонятно, чего от него ждать. Осторожно. Да. Ну, хорошо, ладно. Садитесь. Ладно, я согласна, я поняла тебя. Я сейчас приду. Я хотела бы вас поблагодарить. Спасибо огромное за помощь. Елена, простите меня. Елизавета рассказала, как все было на самом деле, и что вы не виноваты. Вы взяли на себя вину. Понимаете, ваш поступок по отношению к коллегам настолько благороден. Ну, сейчас-то зачем об этом? Все ведь обошлось, правда? Да, но факт остается фактом. Следствие все равно, и они в курсе, что авария была подстроена. Это же ваше? Откуда это у вас? Там очень хорошо видно, что вы делаете с моей машиной, понимаете? За свой поступок я готов ответить по закону. Пожалуйста, отдайте это полиции. Ну, вся информация видна в флешке, правда? Еще раз спасибо. Привет. Ну что, как дела? Благодаря вам, на одного выздоравливаю еще больше. Ну хорошо. Можно немного поговорить? А, конечно, не долго. Халат, наверное, надо, да. Спасибо. Обмен. Привет. Маш, ну вы как? Хорошо. Спасибо тебе, дочка. Я еще, может, на свадьбе спляшу. Погуляйте не на одной. Это я вам гарантирую. Ой, мне бы дождаться одну. Ваш с Андрюшей. Наш потом помирает не зазорно. Любит он тебя? Да. Он вам сказал. Да. Еще детишки у вас будут. Я в это верю. Ладно, вы отдыхайте. Все. Увидимся. Аня, привет. Лена Владимировна. У меня к тебе срочное дело. А вы же... Не верь никому, это все слухи. А можешь максимально быстро сделать анализ ДНК? Елена Владимировна, я вас все что угодно. А что теперь будет с клиникой? Через 30 минут у меня совещание в кабинете, я все расскажу. Хорошо. Давай. Друзья мои дорогие, коллеги. Но прежде всего я хочу вас поблагодарить за то, что вы откликнулись на зов о помощи. И я обещаю, что такая ситуация больше не повторится. То есть клиника будет работать в прежнем режиме, как при вас? Она будет работать даже лучше. Только уже без меня. Как же так? Вы нас бросаете? Я сейчас попытаюсь объяснить. Дело в том, что я вот сколько себя помню, я всегда мечтала стать врачом. И мне очень повезло в жизни, потому что я всегда четко понимала свое призвание. Я просто бредила созданием собственной клиники. У меня это получилось.
Я создавала благотворительные акции для малоимущих семей, какие-то специальные программы. Я жила этой клиникой, безусловно. Но в моей жизни произошли некоторые события, и я поняла, что призвание помогать людям, оно не привязывает к какому-то определенному месту. Это можно делать где угодно. И я увидела такое место, где людям действительно жизненно необходима эта медицинская помощь. Так что здесь все налажено, работает на 100%. Поэтому я хочу вас покинуть. Но буду управлять делами удаленно. Вот. И с сегодняшнего дня руководить этой клиникой будет очень хороший специалист. Вы ее все прекрасно знаете. Это Елизавета Андреевна Мартынова. А вы все свободны, благодарю вас. Всего доброго. Леночка. Лена. Господи, Лена. Я молился. Господи, я отмолил. Лен, ты как? Ромка, ты очень плохой артист, правда. Не надо, пожалуйста, кривляться. Я тебя очень прошу. Почему так говоришь? Ты что, мне не веришь? Ром, я все знаю. Про твои махинации, про твои преступные схемы по поводу клиники. И знаю, что ты пытался меня убить с помощью Маркова. Я? Пожалуйста, я прошу тебя, не надо сейчас ничего говорить. Давай так. Я не буду писать заявление в полицию, а ты прямо сейчас катись к чертовой матери отсюда и собери, пожалуйста, свои вещи. И уматывай из моего дома тоже. Не представляешь себе, я тебе так благодарна, я правда не подведу. А я тебе и не сомневаюсь. Я правда ценю твои профессиональные качества. Ты идеальная кандидатура. Со стороны кого-то брать глупо. Ты же так хорошо знаешь наш коллектив. Слушай, тебе не жалко бросать все это? А я не бросаю, я делегирую. У меня раньше была проблема, и я никому не могла доверить дела клиники. А сейчас я понимаю, что это не так страшно. Давай поговорим. А зачем? Все, что я тебе хотела сказать, я уже сказала. От тебя я вряд ли что-то новое услышу, правда? Я так все знаю. Лиза объяснила мне, зачем ты со мной знакомился, чтобы бизнес отнять. Ну, а Марков объяснил мне, что ты хотел меня убить. Или это не так, Ром? А, черт. Нельзя никому доверять. Марков этот слизняк с самого начала воду мутил. Мартынова, дрянь такая, все время мне в любви до гроба клялась, а сама первой же к тебе на коленях приползла. Слушай, мне это вообще не интересно слушать. Уходи, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, а кто первый меня сдал? Марков или Мартынова? Кого вы больше ненавидите? Еще одно слово, и я передумаю насчет полиции. Ты лживый, двуличный. Я лживый? А Марков твой не лживый? Ты знаешь, что он собирался сделать? Я не хочу ничего слушать. Если ты сейчас же не заткнешься и не уйдешь, я звоню в полицию и говорю, что ты аферист. Шалун, я сказала! Быстро! Думал тебя сразу к чертовой матери убить. Я и так и собирался сделать, только не совсем понимал, что для тебя хуже будет. Бизнес свой потерять или жизнь свою. Не подходи, я сказала! Не надо, пожалуйста! Руки! Ты как? Ну вот. Я же говорил, что он ничего не заметит. Ну что, Борисов? Попал ты. Мы в прямом эфире наблюдали, как ты покушался на Елену Владимировну. Да ладно. Уводите его. Олег, слушай, он там про Маркова говорил.
Ты не переживай. Я же обещал. Постараюсь сделать так, чтобы Марков проходил по этому делу как свидетель. Спасибо. Алло, Сергей, здравствуйте, это Лена. Да, Елена, здравствуйте, я вас узнал. Я обещала позвонить, как только все закончится. Все хорошо. Борисова задержали, и в полиции мне пообещали, что сделают все возможное, чтобы вы проходили по этому делу свидетелем. Я рад, что все закончилось. А еще я рад, что узнал, какой вы человек. Знаете, я решил домой вернуться. После смерти Марины я жил у себя в сервисе, а теперь понял, что надо все начинать сначала. И это во многом благодаря вам. Да, что вы, это замечательно. Вы звоните, если нужна будет какая-то помощь, хорошо? Спасибо. Всего вам доброго. Семен, ты? Привет. Привет. С мамой все хорошо. Она уже поправляется, и за ней какое-то время еще понаблюдают, а потом привезу домой. Опять на руках потащишь? Нет. Придумаем что-нибудь. Где Арина? Они с матерью уехали. Ушли к себе в деревню. Да и пускай. Ясно. Слушай, я не знаю, правильно ли я поступаю, может быть, я... Наверное, лезу не в свое дело. Что это? Это... Что? Это анализ ДНК, по которому говорится, что... Ничего мне не объясни. Я всегда знал, что это не мой ребенок. Я это чувствовал. А тебе не кажется, что здесь не хватает медпункта? Ну да. Ты сюда работать-то поедешь. Так я уже приехала. Я буду руководить клиникой дистанционно. А жить с тобой здесь.